Когда человек, изнывая от жары, бредет по безводным пескам Сахары, Каракумов или Гоби, все его мысли о воде. Но вот озеро Валдайское, Новгородской области. Отсюда до ближайшей пустыни 1000 километров, а люди, работающие здесь в лаборатории, тоже упорно думают о воде. Человечество 20 века спохватилось, что пресной воды на Земле не так уж много. Если ее не беречь, то придет время, и человек превратится в того путника, бредущего через пустыню. Вот уже 35 лет работает на Валдае научно-исследовательская гидрологическая лаборатория Государственного гидрологического института. Лаборатория ведет исследования водных ресурсов не только на своей территории, но и в других пунктах страны. Ее работой интересуются советские и зарубежные ученые. Здесь проходят практику и стажировку студенты, техники, инженеры. Лаборатория на Валдае – один из форпостов советской науки, оберегающий природные богатства нашей Земли.